Подскажите, пожалуйста, как мирно решить раздел имущества со своим бывшим мужем? Пытается оставить нас с дочкой с минимальными затратами. Я не знаю, вам нужно эзотерический совет или не эзотерический. Если эзотерический совет, то есть ряд эзотерических таких моментов, которые можно использовать. Допустим, представить вашего мужа, который уже проживает в этой квартире, и сжечь это многократно на свече, как я объясняю, в бесплатной, да и в платной первой ступени. Отправить его в дождь, использовать мои эзотерические рекомендации, ставить программу. Я думаю, вам это уже известно, так как вы прошли уже первую старую ступень, которая выложена бесплатно на моем канале YouTube. Используйте мои механизмы и технологии, они действительно 100% работают. Поэтому считаю, что это самый примитивный и простой способ. Наталья Мамалыга, скажите, пожалуйста, можно ли переплавить наши с мужем обручальные кольца на другое ювелирное украшение? Ну, конечно, все в порядке. А если венчали? Конечно, тоже можно.